Переход от беззаботных каникул к организованной школьной жизни может, к сожалению, привести к дополнительным опасностям для детей. В целях повышения их безопасности в начале учебного года была организована акция «Здравствуй, школа». Мы должны быть очень осторожны, ответственны за безопасность несут не только водители, но и пешеходы. При переходе дороги нельзя торопиться. Инспекторы дорожного движения проводят профилактические беседы со школьниками, на практике демонстрируя правила безопасного перехода проезжей части дороги, и призывают водителей быть более бдительными за рулем автомобиля. Водитель в первую очередь должен думать о своей безопасности пассажиров и пешеходов. Он должен сделать все возможное, чтобы избежать ДТП. За последние месяцы в Хотьково-Курском районе зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, в 12 из которых пострадали подростки. Такие мероприятия, конечно же, будут продолжены. Мы прилагаем все усилия, чтобы научить школьников безопасному поведению на дорогах. У пешеходных переходов и у школ проводятся профилактические рейды, направленные на недопущение роста травматизма среди детей. Темпы движения транспорта таковы, что сегодня просто соблюдать правила дорожного движения недостаточно. Водитель, управляя транспортным средством, должен быть готов к различного рода экстремальным и опасным ситуациям, что на дороге может появиться ребенок. Нужно быть особенно внимательным при движении в местах расположения образовательных учреждений. Профилактическая работа, проводимая инспекторами, прежде всего направлена на формирование знания у детей о дорожных знаках, умение применять правила безопасности поведения на дорогах и воспитание чувства бережного отношения к своему здоровью. Джибека Барбекова, Нургас Абдрахманова, Алишер Аскарбеков, Нуруса Абылаев, Алатом 24, Нарын.